Всем привет, привет! А я тут начала отмечать окончание рабочего года. Сегодня был последний рабочий день, который закончился в 4 часа вечера. Собрала букет, который мне подарили на день рождения 27 декабря, запаковала. И в общем, поехали опять с Леней закупаться, но уже закупаться на Новый год. Он, конечно, днем сходил один в магазин и купил все для оливье, которые не собирались делать в этом году. Ой, что я? Оборвать или что? Вот такой букет мне подарили на день рождения. И вот ему уже сколько времени-то? 27, 28, 29, 30. 4 дня. 4 дня. Вот такой букет. Вот такой аромат. Я приготовила для него вазу. Но боюсь, что эта ваза будет такая, подмучая. Ах и ох, красота, какая красота, какая красота. У меня каждый год елочка и розы, вот каждый год. Ну ладно, отставим. Сейчас я скорее всего, что выложу все продукты на стол, а потом снова включусь. Ну что, пробежимся по моим закупочкам. Так, пойдем, наверное, с овощей и фруктов. Картошки 5 килограмм Леня купил. Попросил купить бананов, авокадо, мандарины, огурец свежий и много-много лука, потому что у нас будет солянка. В то же время корнишончики. Так, это мой бокальчик. Так. Дальше, раз солянка, томатная паста. По хлебу у нас что? Для тостов. Это кулебяка с капустой. Не знаю, какой хлеб, но купили вкус вил, заезжали. Фруктово-медовый. Ну, это Леня купил. Это купил Леня, это купила Таня. Я уже показывала вот этот хлеб, и мне он очень-очень понравился. Масляничный печерский, без дрожжевой. Там и семечки, какие-то зернышки, и какие-то, не знаю, какая-то обсыпка такая. Так, сейчас скажу, какая обсыпка-то. Сейчас. Отруби. Как будто вот это белое, это отруби. Так, колебяка. Это Леня купил сок. Мне сока не надо, это он купил все себе. Так, купил себе вкус вил морс вишневый. Такую довольно-таки большую бутылочку. Я купила на всякий случай ванильный разрыхлитель. На всякий случай. Купили вот такой кусок стейка. Уж очень красив. Приготовить его с кровью вообще. Вот так скромненько. 5 конфеточек. Такие зефирки к чаю. Так, что еще? По колбасе. 20 купили штучек на бутерброды. Но тут немножко уйдет на солянку. Также Леня купил сервелат финский. Купили вот такие колбаски. Они, наверное, идут как пиво, но других я не нашла, а мне захотелось все-таки вот таких колбасок в соляночку. Ну, это, естественно, майонез. Это куриная копченая колбаса. 332 килограмм стоит. Называется
по-моему, праздничная. Так, грудинку купила. Ну, вот грудинку я купила, конечно, на, опять же, на солянку. Леня попросил карбонат купить. Купила ему 10 штучек свиного карбоната. Карбоната, правильно хоть говорю-то? Так. Неправильно называю. Это свинина в обсыпке. Так. Так. Теперь из молочного 2 пакета молока, 2 пакета сливочек. Потому что я хочу сделать на Новый год горячее. Это будут рулетики из куриной грудки с черносливом и грибами. Под сливками. Масло сливочное у нас закончилось. На бутерброды с красной икрой и с красной рыбой надо достать из морозилки. И Леня купил 2, но одну уже выпил. Вологоши. Так, и яйцо. И купила 2 подарка. Вот этот подарок купила на Новый год тете. Поедем в Шексну. А этот я купила своей подружке на Новый год. Тоже поедем в Шексну. Так, где мой бокальчик? И еще сейчас я покажу. Это для меня, конечно, было удивлением. Вот. Леня купил... Вот такой новогодний тортик. В общем, но самое-то смешное, что сегодня мы как раз сидели, пили чай в это время и обсуждали тему тортов. И я сказала, что мы в нашей семье, мы не любим покупные торты. И мы их не покупаем. Только свой медовик, ну или какую-то там кексики, ну свою выпечку едим. И тут приходит смс-ка на мой телефон из кондитерской на 900 рублей. Я-то как мать думаю, что у меня сын гуляет с девочкой, ее угощает кофе с пирожными. А сын только звонит и говорит, что он купил тортик. Так смешно. Все-таки как меняются люди и как меняются вкусы. Даже если это твой сын. Какие розы на морозе.